вам бородочки не надо. Знакомая дает, не знаю, куда. Вот, смотрите, тоже вот у нас. Ярый охоромист Николаев. Так и. Да. А то он занимается, но вы видите, тоже рыб нет в аквариуме. Он более серьезно занимается. У него больше видов. Это объем какой здесь? Не указан, нет? 160. Чуть больше, чем он. Высота там побольше? Не, высота такая. Ну, в принципе, для травника высота тоже не особого значения не имеет. Наоборот, имеет. Ну, то есть пониже лучше. Пониже, да? Лучше, да. И вот у него так каждого вида по чуть-чуть, и он продает. Ну, конечно, ну, дороговато, но у него хорошее растение. Ну, у него там осмос, вся история. Там, ну, фарш. Это, конечно... Если не осмос, то, то я его перегоню с бегом. Брать его с таких условий рядовому несведущему не имеет ничего. Смысла. Да, нет, да. У него удобрение, осмос, то есть взять растение. Там, в обыкновенном аквариуме сразу загнет. Сейчас идея фикс купить осмос. Ну, это дорогое удовольствие. Ну, 1500 как бы не сильно дорого. Ну, в принципе, да. Можно просто купить один этот картридж, фильтр, а потом всю оснастку самому делать. Да не, не, не. Там надо, если покупать, то все сразу. Дешевле будет. Просто там совсем другой уже идет. Там надо уже минерализацию делать, надо покупать химикаты. Ну, это практически как морской аквариум. Это уже больше времени надо накупать. Что-то новое, не новое, новое время. Но при этом открывается новый спектр, новые растения, новые креветки там дорогие. Уже там могут такие растения расти, которые там по 300 гривен кустик стоят. У меня он товарищ недавно взял такой, пытался тоже вырастить, не получилось. Отдал этому ДНФЛ на разведение. Тоже так? Ну, жалко, что отдал уже корешок. А я вырастил, Так оно не получилось. Да. Это просто. Ты не знаешь Олега, в Балабоновке живет, но там Карла Маркса ближе. Дискусами он занимается. На профессиональной основе, то есть на развод и на продажу. Никто не знает, да? Вот у него система осмоса работает на дискусах. Он одну комнату полностью выделил под это дело. Он только рыбками занимается? Только дискусами, больше ничем. В интернете тоже не сидит? Нет. Это основной его заработок. Диско собирали. Да.